have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, и у нас тут происходит абордаж. Цепелина, то есть, а где, кстати? Не с той стороны, вон с той стороны, да? Что происходит-то? Почему ты пират? А как стрелять? Ну, берешь и стреляешь. О, прикольно. Я пират, потому что меня не пустили в твою команду. Я вообще хотел быть пиратом, а я случайно стал не пиратом. О, потихонечку что-то разваливается, хорошо. Я вообще пилот. Нормально, нормально, разносит. Мне не дают набрать самолеты. О, я убил чувака из пушки, прикольно. Прям в упор. В смысле я промазал, вы чё? Ты помнишь, как... Я второго чувака убил. Я тупо... Из пушки валю людей, нормально. Мы с тобой в разных командах, но мне это сейчас не помешает вообще. Нормально. Блин, по-моему, ваш дирижабль уже просто падает, и мне стало становится неудобно по нему фигарить. Вы куда собрались удирать-то? Ай-яй-яй! Или это мы падаем? Кто падает-то? Я не знаю, это мы падаем. Нифига! Я вам сейчас пушечную палубу разнесу. А что так ты крепкая? Ай-яй-яй! Я прям видел, как тебе прилетело. Блин, а пушки-то очень крепкие, кстати. Я убил? Да, я убил, прикинь. Нафиг. Ай, блин, меня из пушки минус... убило. Такой трупак. Минус 3. В смысле минус 3? Ты что, из пушки фигаришь? Да, я серьезно убил 3 человек сразу, даже 6. Фига себе комбо. 6 сразу. Силачом зовут ударом. 6 ударом. 2. Надо вам движок подбить. Куда мы? Нет! Ай. Ха-ха-ха! До свидания. Я слышу то, что у нас проблемы. Да блин, выше надо, выше надо! На тебе! О, что-то разлетелось, хорошо. Щепочки летят, это хорошо. Сейчас мы вам это пушечную палубу расфигарим. Будет прям хорошо все. Ты там что, людей убиваешь, что ли? Да. Нет. Не-не-не. Оказалось. Классно, разносится прям в щепочку. Я вам одну пушку уничтожу. У вас уже пол корабля. Самолет пытался такой лететь, бах, напополам просто. Надо движки вам снести, вы что-то слишком, слишком очень подвижные. Сейчас по опоре двигателя лупанем, будет хорошо. Я патрон. Есть!
минус движок. Нет! Да-да-да-да! По нижней палубе сейчас пофигарим. Мне здесь все починить приходится. Ну блин, помоги мне! Наводка! Тима! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вы чё? Потому что я ухожу отсюда, до свидания. Надо по мешку стрелять. Да, кстати, ты прав, давай. Блин, мы слишком далеко. Схавай. Блин, кто-то зажигательный кинул. Есть, я убил чувака! Я еще одну... Я сбил бомбардировщик, серьезно? Из пушки! О, красиво как! Я вам все защиты разрешу. Есть, минус пушка у вас! А нам пофигу! Что ты там тушишь, блин? Туша! Ой, мы вниз падаем! Да-да-да, все нормально! Вода горит! Да куда ты бегаешь, я в тебя попасть не могу. Кто пилот? Давай. Есть, убил чувака. Не надо мне. Вы нам... Нет, вы падаете. А, вы падаете, все. Ёпарас, это нет! Аривидерчи. Да ёпарас это, ну как так-то? Я же вам внес там просто чертовски дофига урона. Какого фига мы-то падаем? Это я вам внес чертовски дофига урона. Най! Блин, ладно. Вау, плюс 3000 экспы. А, так. Патруль выиграл. Хорошо. Посмотрим, за кого мы сейчас пойдем. Давай за пиратов. Ну, давай. Интермиссия. Пираты как-то всегда получше будут. Да ну, смотря какая команда. На самом деле, как Counter-Strike команда одинаково. Нет. Ты пилотом будешь? Я хочу команду сначала выбрать. Классическая, рейд или Christmas Rush? Christmas Rush. Все идут на рейд. Ладно, я тоже на Christmas Rush проголосую. Но все выбрали рейд. Так. Да блин, рейд реально мусор, я согласен. Выживите 47 минут, серьезно? А, нет, это я выжил. Что, блин? А к чему этот таймер тогда? Нет, ну мы же не сидим на сервере 47 минут, ты чё? Сидим. Ну это время, сколько сервака уже минут. А, ну возможно, кстати, да. Насколько сервак старый? Вот, сервер тайм. Чё? Так, куда? В пиратов? Пираты, конечно же. Именно в рейде пираты это мощь. Так, хорошо. Поехали. Так, думаю, надо быть пилотом. Мне на самом деле... Ой, тут... Ох ты ж, посмотри, какое тут оружие! Ох ты ж, ё-моё! Я ж говорю... Ими управлять тяжело? Да нифига не тяжело. Где? Где чужой дирижабль? Покажите мне эту штуку. У них не дирижабль. Блин. Серьезно? А толку тогда с этого, если... Они будут на самолетах, и мы на самолетах. А, фух. У меня сейчас самолет не стырили, а. О, капитан. А капитан бот, что ли? Капитан бот. Ясно, понятно. Так, где тут самолетная палуба? А вот Флит знает. Вон, по-моему, здесь. Сейчас посмотрим. Так, я... Я уже иду туда, куда надо.
Так, а как мне бомбу кидать, на букву Б? Да, на букву Б бомбу. А чё топливо так быстро заканчивается? Вы не офигели? А я не знаю. Почему? Потому что. Не, на самом деле, вот режим с двумя этими мне нравился чуточку побольше. Ну вот, скинул я бомбу, и чё дальше? Должна упасть. Ну, вот она упала. Хорошо. И чем мне дальше с самолетом-то делать? Она же не перезарядится. Ну да. Ну, она перезарядится только когда ты пойдешь обратно на базу и перезарядишь ее. А, у меня есть еще F. Ой, на нас скидывают бомбы. Какого фига мы? Блин, меня сбили. А, у меня еще пулемет был, да. Надо было его просто лучше это так. Ладно. Грамотно использовать. Да, 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 согласен. А, мы, в принципе, наш дирижабль летит или где? А я не знаю. Да. Так, бомбу установили, топливо есть. Я не Ой, понял. У нас где-то, кажется, бомба на корабле. Ой-ой. И как нам с этим жить? Так. И я туда обезврежу, потому что там ГГ. Да. А как я тебе ее обезврежу? Хорош по мне стрелять, ты дебил. Черные это не наши? Черные это наши. Черные красные это наши. А че я не могу выстрелить? Они... Знаешь, почему я должен знать? Ну блин, что этот дебил делает? Что этот дебил себе позволяет? Дохнуть. И мне еще интересно, где чужая команда? Он человек убил нашего капитана. Что вообще происходит? Да блин, теперь же тупые, они думают. Они берут, стреляют у меня, когда я и... Это сидушка только для капитана. Взяли, убили капитана. Что происходит? Где? В принципе. Опять бомба. Бомбы. Где бомбы? О, Кэтмен. Кэтмен. Враги тупые, у меня здесь такой дробовик, я вот сейчас такое сделаю, вы. Ну, эта штука не поворачивается. А, есть этот огнетушитель, ну да. Да, отлично. Ты знаешь, что это пилот, да? А? Ты же пилот, да? Я пилот, нет! А, ты говоришь? Я брал команд, это, члена команды. А нет, ты пилот. У пилота есть бомба. У меня нет бомбы. Есть, на четвертом это что? Это бомба, ты пилот. Дурдом, дурдом. Дом? Так, пойду полетаю немножечко тогда. Но я брал себе чувака из команды, я не брал себе пилота. Так, Rocket Plane Fight.
Да не, гораздо лучше. Возьму себе черного барона. А сфига ли, позвольте спросить? Вот сел он мне такой на хвост, и что мне теперь с ним делать? Я чувака сбил, и он меня тоже сбил. Нормально. Да, нормально. Так, ладно. А, вот, вот здесь можно выбирать. Все, 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 вот здесь пилота. А? Я могу управлять ботом, офигеть. Круто. Все это время я реально выбирал пилотов. И печалька на то. Ну, капитан вернулся. Слушай, все там второй нет. У меня есть стрелок! Блин! Я вот не пойму, это враг или где? Наверное, нет. Чё он тут, правда, ходит тогда? У-ху-ху! Класс! Он задымился. Блин, вот это реально классный экспириенс. Да, так я по себе стреляю, так не надо. Вон там чувак. Блин, а знать бы, наши самолеты черные, да? Их белые. Да. Повернись. Такое ощущение, как будто на нас внутри корабля напали. Да, возможно. Возможно, ты не убил врага. Я вообще пока никого не вижу. Блин, верхняя турель, это офигительно. А у тебя какая турель, верхняя или нижняя? Нижняя. А, то есть ты за нижней турелью сидишь? Да, но я уже не сижу, я вышел. Блин, ну не знаю, тут очень интересно. Вон, кстати, летят ребята, попробуем их встретить. Я думаю, что они сюда летят, у меня такое ощущение. Ботом можно играть, вот это круто на самом деле. А, вон он, повернись! А, черт, с верхней турели не очень удобно, когда они будут... Сбоку атакуют, не очень удобно разворачиваться. Где ты? Я? Нет. Тут летал белый самолет. Блин, его, наверное, Боже, сбили. Мне не я. Ну, блин, тиммейты, блин, называются. Повернись! Я его почти сбил. Повернись, пожалуйста, быстрее. Блин, бот, что с тобой не так? Бот, что с тобой не так? Почему тебя колбасит? Не, я его почти сбил на самом деле. Если бы он, если что бы... Это? А? Ну, что-то приближается, что-то большое. Корабль. Где? Корабль! Гряблик. Ну корабль приближается, стреляет, да? Снизу. Я понял, понял, сейчас я разберусь. Надо взять нижнюю турель. Начинаю понимать, зачем нужна нижняя турель. Почти! Ну не хочет стрелять! Ну блин, я же попадаю по нему. Есть, сбил! Тяжелый бомбардировщик на 250 экспы сбит. Вот это было круто сейчас, мне понравилось.
попал. Блин. Ой-ой-ой, у нас активная ситуация. Почему не попадаю по нему? Ну-ка. Что за экстренная ситуация? Что случилось? Я без понятия, но у нас... Ну ты ж там внизу. Уже нет. В смысле уже нет? Нас притягивает корабль снизу. Блин, ладно, я тебя понял. Я пошел разбираться. Если получится. В смысле? Как это так-то? Как? Этого не было раньше. Так, ну я фигарю по кораблю, я по нему тоже попадаю, нормально, мне засчитывается попадание. Чего-чего? Один наш самолет. Именно наш самолет в воздухе. Так, мне нужно, видимо, взять самолет все-таки. Ну, я из пулемета попадаю по этому кораблю, но я ему слишком мало жизни сношу. Нужно взять самолет. О, кто-то ракетами пошел фигарить. Убери! Уйди! Ну посмотри, что она делает! Ты пилот? Да. Я бы тебя сзади сел. Блин, управлять этим корытом очень сложно. Ой, самолет ищи. На двое присоединились. Я успел ракеты позапулять в него. Блин, меня сбили, но я успел в него позапускать ракеты. Уже два корабля. Так, быстро, второй самолет. Ой, блин, не туда. Да, никому это не нравится. Так, ракетный самолет это то, что нужно сейчас. У нас прям. Я выпрыгнул из самолета зачем-то, я не знаю зачем. Ладно, я запустил ракеты в него. Так, интересно как-то... Ну, самолетом очень трудно управлять. Офигеть, как трудно. Так, возьму-ка я... А ты думал легко? А? А ты думал легко? Нет, ну за счет того, что он слушается... Как эту штуку-то перерубить? За счет того, что он слушается исключительно... Блин, у них там тоже чуваки сидят. Если притянут, будет фигово, ведь притянут. Так, все по этому борту. Надеюсь, что нет, сейчас посмотрим. Тут все горит? Тут все горит. Так, нужно срочно брать ракету. Все берем ракету. Масло, я взял ракету. Стреляем по ней. У нас здесь ультра такая ситуация. Ситуация. Гаси из этой фигни! Все, не могу, не могу! Очень медленно вниз поднимаюсь. Все, не могу дальше вниз. Да я еще на этот корабль бомбу прикреплю. Так, капитана убили. Все, прикрепил на этот корабль бомбу. Давай. Не надо меня... Блин, да не надо меня гореть!
Они огнеметами фигарят. У них огнемет! Так я и говорю, они огнеметами фигарят. Блин, у нас боеприпасы горят, если чё. Сносим жизнь. Ёпарь, СТ, ракеты, да вы офигели. Надо расфигарить этот корабль, иначе он их не отпустит. Ты меня убил. Так, я по-моему самолет какой-то взорвал. Кошки тебя убили. Не, вряд ли. Мы почти снесли этот корабль. Давай вперед, вперед, вперед. Да ну блин, я почти самолет сбил! Один корабль не стреляет, потому что он обезвреживает мою бомбу, все. Так, давай, 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 быстренько. Мы его почти потопили. Почему я не могу полезть? Мы проиграли, все. Эти ребят заспамили нас с такой огнем. Как ты удрал это? Берут и стреляют нас огнеметами. Все, мы вырвались. Нет, вон еще одна внизу. Гаси его внизу. Мы на самом деле-то поднялись, вырвались. Очень близко. Вон чувак. Вот он вылазит, надо его сейчас. А? Здесь должна быть красная кнопка, чтобы выпустить кучу бомб. Ищи. Я нашел их, я не могу искать. Я по этой штуке попадаю, по крайней мере. Что? Корабль взорвали! Крутяк! Блин, там еще два! Вы чё? А! По мне попадают! Так, мне нужно... Я не смогу уже больше никогда нажать на эту кнопку. Почему? Так вот, нельзя достать. Почему нельзя достать? Это слишком тяжело. Нет! Я тупо выпал! Я просто тупо выпал из дирижабля, что? Удачи, елки-палки. Я хотел сесть за ракетную установку, поскользнулся и просто... Блин, вот типа того, как сейчас. Поскользнулся. Смотри, поскользнулся он. Сдохни, тварь. Задача под названием «Десентр кнопки». Блин, надо движок потушить. Нам на, вот движок уже лопнул. Пофиг. Зарядись скорее! Ну, ты посмотри на эти. Четыре корабля, плюс самолеты, ракеты. Все стреляют по нам. Блин, я... Ну все, нас утопили. Ладно. Мы все равно неплохо их покорежили.
The ship is now resuming. Ага. Ладно. 600 за проигранный раунд. Ну, неплохо экспы подшибали. Кстати, мне уровень дали. Ладно, ребятушки, на этом, наверное, все. Спасибо, что были с нами. Увидимся в остальных бесконечных мирах Roblox. Пока что на этом все. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.